Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем? То есть крестящий Духом Святым. И я увидел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.